Добрый вечер, коллеги. Классно выступать сегодня перед вами. Меня зовут Владимир Сидоркин, и это наш проект «Автосити». Мы действующий бизнес, мы предоставляем услугу технического осмотра транспортных средств. Наш продукт — это диагностическая карта техосмотра. Она является необходимым условием для получения страхового полиса ОСАГО. И мы предоставляем прозрачный сервис технического осмотра и совмещаем вместе автостраховщиков, автолюбителей и сами пункты технического осмотра. Сейчас в России 50 миллионов транспортных средств. Мы оценили рынок в 12 миллиардов. Рынок растет на 2% в год. И наша цель — занять 3% этого рынка через 2 года. Для этого нам необходимо открыть 80 новых станций технического осмотра, и я знаю, что мы это сделаем. Мы привлекаем прямые инвестиции и затем запустим свою сеть франшиз. Бизнес-модель одного пункта очень простая. На открытие одной станции уходит 3-4 месяца, стоимость станции 1,6 миллиона, 280 тысяч рублей выручка и 150 тысяч рублей чистая прибыль. Окупается такой пункт за 15 месяцев. У нас есть конкуренты, это онлайн-агрегаторы, у которых, как правило, нет своих пунктов технического осмотра. А с другой стороны, это частные пункты технического осмотра, у которых нет своего агрегатора и нет своей сетки страховых агентов. У нас есть и то, и другое. Так выглядят наши пункты изнутри. Текущая стадия. У нас 260 тысяч клиентов в год. 16 собственных станций от Пскова до Хабаровска. Мы активно расширяемся в этом году и, начиная с апреля, открываем по одной новой станции в месяц. У нас 1200 страховых агентов, которые за ручку приводят к нам клиентов. Выручка 42 миллиона, прибыль 20 миллионов, клиентов на 20% больше, чем мы можем обслужить. У нас дефицит мощностей. У нас два предложения для инвестора. Первый вариант – это займ от 500 тысяч рублей по 2-3% в месяц. Или второй вариант, более интересный. Мы приглашаем участвовать инвесторов в открытии новых станций. Как я уже сказал, одна станция стоит 1,6 миллиона, окупается за 15 месяцев. До момента окупаемости инвестор получает 90% чистой прибыли, а после момента окупаемости до 50% прибыли. Важно отметить, что самое ценное в нашем бизнесе – это специальное техническое оборудование. И это оборудование окупается через 10 месяцев. Соответственно, риски инвестора уже застрахованы через 10 месяцев, потому что это оборудование можно будет продать спокойно на открытом рынке. Если вам интересно инвестировать в наш проект, мои контакты на экране. Меня зовут Владимир Сидоркин, наш проект «Автосити». Спасибо!